Не бедности нашей, по причине того, что мы действительно, ну, если так говорить уже простым языком, нас ну просто зажали до такой степени экономически, зажали с точки зрения там прибыли, возможности заработать где-то, зажали для того, чтобы заработать на то, чтобы заплатить и комерне, надо где-то работать на 2-3 работах и так далее, с одной стороны. С другой стороны, вы совершенно правы, ведь и закрывали каналы ваши 5 месяцев назад, вот через буквально там пару дней, будет уже ровно 5 месяцев, как закрыли в феврале 2 числа ваш канал, да? Ваш канал, и в том числе Перший Незалежний, вынужден работать на YouTube-платформе. Так по какой причине? По причине в том числе и того, что вы говорили правду, и боялась власть, что эта правда приведет людей действительно в организованную... Первый раз...